Всем привет! Успели оценить новые изменения в GTA Online? Попалась кое-какая инфа про М16, подробностей пока нет. Скриншот прилагается. Возможно, данное оружие игроки смогут заполучить, собрав 5 частей пушки. Ствол, прицел, магазин, мушка и что-то там еще. Если судить по скриншоту, то это напоминает поиски обломков лодки, когда, собрав 7 обломков, ты получаешь костюм «Фронтир». Здесь, похоже, тот же сценарий, только локаций, где рандомно спавнятся эти детали, всего лишь 10. Если верить слухам, то поиски пока недоступны. Я пока не проверяла, так это или нет. Но, по крайней мере, это интересно. А возможно, агент 14 будет давать наводки на эти места спавна, когда будешь выполнять его новые задания. В общем, вопросов больше, чем ответов. Если будет новая информация, то обязательно с вами поделюсь. Стоит отметить, что передвигаться в казино теперь можно бегом, а не быстрым шагом, как было прежде. И что самое главное, это возможность продавать свои товары в сессии по приглашению. А соло-сессии теперь можно забыть. Вот это надо было сделать несколько лет назад, господа из Rockstar. Но уж лучше поздно, чем никогда. Продолжим, пожалуй. Добавили новые тату. В принципе, ничего так. Новые шмотки, обувь и аксессуары добавили для обоих персов. Лично от себя даже поблагодарю рокстаровцев за новые платья. Мини-платье — это просто бомба. Иными словами, спасибо, я кончила. Извиняюсь за прямоту моих слов. Просто я на эмоциях. Можно создать образ роковой красотки, используя эти платья. И что самое интересное, чулки можно сочетать с этими платьями, что, собственно, и показано в ролике. Браслеты тоже порадовали глаза. Есть из чего выбрать. Вот еще бы ботфорты завезли для девчонок. Насчет новой снайперской винтовки, что стоит 450 тысяч баксов. Пушка на любителя, а без оптического или коллиматорного прицела, это просто пустая трата денег. Но если бабла девать некуда, то почему бы и не купить? Новичкам не советую. Вроде все, что хотела, рассказала. Всем приятной игры, хорошего настроения и до новых встреч. Пока-пока.